мотор RefTech стальной стоит сапун. Мотор изначально более интересный, чем просто V-twin. Посмотрим, что будет дальше. Межшпилечные расстояния тут другие. Вот клинов здесь RefTech. Ну вот уже переделанный маятник. Здесь рама была лопнутая. Сильно мощный тут тюбикл стоит. Поэтому, ну вот так. Короче, вот. Ну смотрите, как рисуется проточка. Вот так проточки поршня изменяются. Этот поршень RefTech. Вот этот поршень у нас стоял. У него проточки несколько больше, чем вот эти новые поршни. Они больше размером, но они сделаны под стандартные клапана. У нас же клапана увеличены. На этом чудо ЧПУ станке мы меняем эти канавки. Смотрите, профессиональная программа для производства любых транспортных средств. Это программа Fusion. Пытаюсь отбалансировать колесо. Почти в ноль, но маленько тянет. Коробка Ультра. Без вот такой проставки. Нарезали детальку. Вот так вот выглядит. Получилось вполне себе годно. Выставился, забазировался за поверхности, а именно за окружности. Получилось 1,6 градуса. Вот она получается 1,6 градуса. Угол поворота сейчас на столе. Соответственно, надпись находится строго в оси крепежа. То есть горизонт у надписи соответствующий. Соответственно, сейчас надо полирнуть ее, и будет все просто замечательно. Всем привет! Наша компания занимается много чем: технохаус, производством оборудования, ЧПУшного оборудования, программ написания. И сегодня мы расскажем о нашем хобби. Этот мотоцикл пришел к нам из Детройта. В Детройте он был там каким-то победителем. Мы решили его маленько переделать, сделать его легче, быстрее. В общем, поменяли колеса, рама переварена полностью. Двигатель стоял изначально RefTech. Переварили заднюю часть рамы полностью только из-за того, что коробка была просто выломана. Переработано было кронштейн коробки и заменено сцепление, так как в родном исполнении барабан сцепления, он все-таки его выломал. Пришлось со внешними подшипниками брать сцепление Ultima. Ну и двигатель, так как он RefTech, решили его маленько запилить. То есть поставили туда кованые шатуны, сцепление с Австралии пришло Ultima. А зажигание вот поставили, тут TwinTech, тут двойной огонь. Тут, ну, немного доработаны клапаны, головы. Цилиндры расточены под новые поршня. Собиралось все на вилке с измененным углом. Вынос изменили за счет эксцентрика подшипников. Потом был установлен демпфер, так как двигатель стал немного мощнее. Даже в прежнем варианте этот двигатель переднее колесо нет-нет да задирал вверх. Ну, короче, чтобы убрать угли, поставили демпфер. Это мешает в управлении, он только плюс. Потом заменена фара, траверсы поставлены. От родного мотоцикла остались только штоки. Односуппортовые поставлен, шестицилиндровый суппорт с керамическими колодками. Даже видно здесь. Колодки керамика. Колеса взятые от мотоцикла Breakout, тоже харлеевские. Резину поставили Мишлен. В общем, вилка со штоками, с удлинителями в 70 мм внутри, под карбоновыми стаканами. Карбоновые стаканы и фара, корпус фары, это все мы изготавливаем. Потом крыло карбоновое, бак масляный, изготовлен карбоновым. Здесь этот карбон несет декоративную функцию, то есть сам бак, он нержавеющий, а сверху карбон, ну, как декор. А все остальное, стаканы, корпус фары, крыло, заднее крыло, светодиодный. Тут и повороты, и стоп-сигналы, габариты, все это программируемые светодиоды. Выхлопная система
переделано. Фредом был вот такой вот, он был длинный, и он был под установку не на софтейловскую раму, а под дайну. Переделали его на софтейловскую раму, и сделал я его короче, потому как звук должен быть позвонче. Ну и смотрится он лучше. Теперь по двигателю. Распритвал здесь стоит. Весь механизм распределительный, все, что находится тут, здесь поставили СНДС. Все шестеренки и распритвал с расширенными фазами. Ну, на холостом ходу чуть-чуть даешь, он даже стрелять начинает, как спортбайк. Тяги стоят регулируемые здесь и заменены гидрокомпенсаторы. Корпуса гидрокомпенсаторов и сами гидрокомпенсаторы. Мотор на момент, когда пришел он к нам, он проехал где-то 1500, судя по износу двигателя и какой он был. То есть мотор был в удовлетворительном состоянии. Потом коробка шестиступенчатая в корпусе ультра. Мотоцикл маленько опустили за счет регулируемых тяг. Была цепь и передаточные отношения, передаточные числа были такие, что мотоцикл на шестой передаче тух и разгонялся очень-очень слабо. Бак полностью переделан, он реконструирован настолько, насколько это только можно. Это были две половины, бак был квадратный, то есть из него сделали яйцевидную форму, затянули его в карбон, отдекорили, сейчас он просто отвакуумированный смолой, просто облит. На этом, ребята, все. Всем пока, всем удачи, всех обнял.